провести ультразвуковую диагностику, оценить ее результаты и поставить точный диагноз. Несмотря на то, что медтехника далеко не самая современная, остинским врачам-кардиологам удается грамотно диагностировать патологии, связанные с врожденным пороком сердца на ранних стадиях. В профессионализме наших врачей убедились и специалисты Бакулевского центра, которые приехали в республику, чтобы осмотреть детей с проблемами сердца. За два дня ведущие кардиологи осмотрели почти 150 детей со всей республики. Подробнее расскажет Георгий Запаров. Осмотр начинается с ультразвуковой диагностики. Ее проводит кандидат медицинских наук Инесса Хачатурова. Для врачей это хорошая возможность перенять опыт московских специалистов. По их мнению, медоборудование поликлиники не самое современное, но все равно позволяет ставить точные диагнозы. Дальше результат диагностики оценивает кардиохирург Максим Махалин. Говорит, у местных специалистов высокий уровень как пренатальной, так и перинатальной диагностики. Очень многие пороки выявляются в первые месяцы жизни, и своевременно дети отправляются в федеральные центры по всей территории Российской Федерации. То есть как в Москву, так и в Санкт-Петербург, в Астрахань и другие федеральные центры. Это очень хорошо, потому что чем раньше сделать операцию таким маленьким детям, тем у них будет более простой послеоперационный период, и они же, когда вырастают, они не помнят об этой операции и чувствуют себя гораздо лучше. Конечное заключение дает детский кардиолог Бакулевского центра Алексей Заграй. Если хирургическое вмешательство необходимо, детей бесплатно по квоте направляют в один из федеральных медцентров. Если операция не нужна, коллегиально назначается или корректируется медикаментозное лечение. Насколько вот мы столкнулись с вашими докторами ультразвука, которые проводили первичную диагностику, можно честно сказать, практически расхождения с диагнозами нету. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, техника не самая современная, но при этом доктора очень ответственные, очень, как бы, да, хорошо обучены и могут действительно, несмотря на какие-то технические моменты, но достаточно точно диагностировать проблемы, связанные с поврежденными пороками сердца. У дочери Ольги Романовой при рождении обнаружена патология сердца – открытое овальное окно. Проблему давно решили. Сейчас девочке 15, и она полностью здорова. Но Ольга все равно решила проконсультироваться у опытных специалистов. Нам предоставилась уникальная возможность сегодня посетить первую детскую поликлинику, где принимают специалисты из Москвы, кардиологи. Огромная уникальная возможность проконсультироваться, узнать мнение ведущих специалистов, посмотреть динамику, посмотреть, во что это вылилось, так сказать. За два дня специалисты Бакулевского центра осмотрели почти 150 детей со всей республики. Чтобы избежать очередей, составили поминутное расписание для каждого района. Не каждая мама может поехать на консультацию в центр, не потому что ее не направляют, но это все равно сопряжено с какими-то финансовыми тратами. Когда твоего ребенка посмотрят на месте, сделают грамотное УЗИ, проконсультируют кардиохирург, более того, я вам могу сказать, что Алексей Валерьевич вчера решал даже вопрос о госпитализации уже тех детей, которым это необходимо. Консультацию организовало Министерство здравоохранения республики. По мнению как московских, так и местных врачей, полезный опыт следует продолжать и дальше. Георгий Запаров, Игорь Войцуховский, Новости Осетии.